Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 сентября 2021 года. У нас прошло бабье лето. С завтрашнего дня начинается температура 13-14 тепла. Ну, еще это нормально. Так, и хочу сделать небольшой обзор огорода. Вот здесь вот я вам показывала помойку, что выкинули мусор, а что было сухое, все пережгли. Теперь хлама нету. Почему я не делаю, не на перегной не кладу, чтобы все перегнивало, переплевало, на компостную яму не делаю. Знаете, у меня медведка, я стараюсь всегда вычищать огород. Более-менее стала она у меня исчезать благодаря отраве медведокс. Я сажаю, все сажаю, и штучки по 3, по 4 кладу ее в каждый кустик. Стало меньше, хоть что-то стало расти, а то было невозможно. Поэтому я никаких компостных ям не делаю. Занимаюсь сейчас пересадкой ремонтантной клубники. Вот видите, у меня старая сгорела, молодую нужно сажать. Молодежи, видите, наросло сколько очень много. Ягода хорошая. Хотела здесь посадить сидираты, но жаба, как всегда, давит. Вот буду эту вот плантацию сажать ягодами. Когда рассажу ягоды, побрежу, подсажу молодыми, вот где старые кусты повыдеру, и я ее буду подкармливать и поливать отравой. Ну, думаю, за октябрь, сентябрь, еще половина сентября я сделаю. Вот сегодня посадила. Здесь у меня была малина, я выкорчевывала. И нужно еще выкорчевать, здесь корни будут после малины. Малина два кустика оказалась ремонтантная. Но я оставила, пожалела их выкинуть. Но они, конечно, уже не вызреют, эти ремонтантные. Что за сорт, не знаю. Эта малина раньше сидела у меня, потом я давала соседям. От соседей она вот идет снова ко мне. Здесь хотела лучок-чесночок посадить. Да нет, жаба давит, и буду сажать свою ремонтантную. Жалко же столько, и мне, ну, дам я своей родственнице, Сашиной крестной, что себе порассажу, а остальное жалко выбрасывать. Так что будем сажать. Вот эту еще грядочку посажу, вот здесь посажу, чтобы у меня вот все было ремонтантное в одном месте. Но это вот не ремонтантное, это мне кума давала, она обыкновенная, простая. Земклуника моя зачахла, буду тоже приводить ее в порядок, она тоже заражена. Все виной у меня курочки. Не знаю, будет, может быть, ночью дождь. Поливкой занимаюсь. Поливать, не знаю. Но сверху хоть чуть-чуть брызну. И вот нужно свою ежевику полить. Малину. Какая хорошая малина. Я прям не нарадуюсь. Все появляются новые и новые и новые. Вот она выпустила новую веточку. Но холода. Холода. Так, сельдерей пусть сидит, обрежу его. Полила ежевика, пока сидит моя. Не усохли листочки. Будем надеяться, что выпустит корешочки. Огород почти весь убрала. Все, видите, и кукурузу. Вот несколько кустиков только подсолнуха у меня осталось. Так, эту ягоду свою нужно обязательно полить. Побыла засуха, как не поливала, и вот она подгорела. Засуха навредила. Так, купила себе бочку хорошую. Будем скоро с вами солить в бочке. Я сниму видео, покажу, какую я бочку купила. Капусту будем убирать и солить. Грачи улетают или кто там улетает. Как красиво птицы поют. Как я сказала, 6 часов вечера. Все, я буду в засолку. Кочанов 10 только оставлю на хранение, которые самые такие плотные. Ну,
и все. Вот видите, огород убрала, картофель выкопала. Нет, правда, вру. Вот местечко маленькое, никак не докопаю. Но я считаю, что выкопала. Вот. Ведерко два будет. Видите, как гниет капуста. Вот какой-то сорт вот здесь посажен плохой. Все собираюсь посмотреть. Никак не посмотрю видео, что за сорт. Здесь у меня была куча мусора. Тоже все угребли, убрали, привели в порядок. Теперь буду браться за деревья, обливать, лечить раны. Купила ран нет такой препарат, залечивает раны. Я потом вам покажу, расскажу. Потому смолила такой санцепёк, аж кора потрескалась в деревьях. Ну вот и все, холодно стало, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Уже вот кизил мой готовится, уже 4 года сидит, и ни одной ягоды нет. Нужно деревья, вот как я покупала, большими. Сразу дерево в рост пошло, а маленькими заморышами это что зря. А вот моя сентябринка, она не зацветет. Не хватает ей влаги. Я не вижу, что с нее какой-то будет толк. Короче, не знаю. Посмотрю. А, наверное, ставлю одни розы, ирисы свои любимые. И больше никаких я других наводить не буду. Не хочу. Вот эти уберу отсюда, розовенькие эти, они красивые. Посажу вон там по краю грядки. Они забили ирисы мои, не хочу. Люпину беру, пересажу в другое место. То розы забивают, что зря. Короче, только 3 вида оставлю. Лилии, розы и ирисы свои, все. И больше лук вот тот уберу отсюда, пересажу где-нибудь вот туда сбоку. Я им не пользуюсь, но мне нравится, как он цветет. Да, пионы у меня еще здесь сидят. Не знаю, живы они или нет. Пионы пускай. Посмотрю, может, и лук оставлю. А вот эти вот я уберу их, пересажу. Что-то не место им здесь. Не знаю, почему, но что-то не очень идут. Не очень. Разрослись. Ну, может, в октябре они зацветут. Хотя сентябринки в сентябре. Ну, как цветочки должны вроде бы цвести. Может, дожди пойдут, зацветут. Ну, вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.